Лиля, мне 5 лет. Я живу в Германии. Мои родители, папа Дима и мама Юля, отец на цирка Флифляк. Они воздушные гимнасты и летают по куполам цирка. Ура, теперь я тоже могу летать. Я выступаю в цирке на огромных, воздушных, красивых шарах. Когда я лечу на зрителей, я пою песенку про балерину. И своими шутками веселю зрителей. Зрители в восторге, аплодируют мне. Я очень люблю аплодисменты, даже больше, чем конфеты. А еще я занимаюсь гимнастикой с Ирой и Пашей. И люблю читать стихи, смотреть мультики и ухаживать со своим хомяком Усей Пушистиковым. Но больше всего я люблю аплодисменты.